Начинаем работать чистой водой. Я смачиваю всю бумагу не очень сильно, чистой водой. Мы берем лишний карандаш, лишний мусор и позволим кофе немного растекаться. Не делайте очень влажно, то есть не допускайте, чтобы стояли лужи. И дальше я начинаю работать средней кисточкой, самым светлым раствором. Так как, не забывайте, это у нас психологическое рисование, мы с вами пишем темные полосы. На самом деле вы знаете, что в жизни у нас бывают светлые и темные полосы. И наша задача полюбить темные, потому что мы все с нетерпением ждем, когда наступит светлая полоса, и строим какие-то планы, что вот когда-то там все изменится, станет лучше. Но на самом деле жизнь продолжается, она состоит не только из светлых полос, но и из темных. И если мы научимся их принимать, я думаю, что наша жизнь станет более полной, более насыщенной, и нам не придется ждать, когда же начнем жить и радоваться. Мы можем делать это уже сейчас. Поэтому я прошу вас прорисовать все эти полосы темные с любовью. Не спеша. Позволяю кофе растекаться в разные стороны, так же, как это сделала бы акварель. И будет очень здорово, если вы позволите всему этому растекаться, пушиться. Тем самым, кстати, в дальнейшем у нас получится благодаря этому эффект того, что наша зеброчка получится пушистая, мягкая. Делаем это довольно-таки быстро, что нам важно не допускать того, что кофе сильно высохнет. Теперь дадим чуть-чуть подсохнуть, не до полного высыхания, минутки 2-3.